Всем привет! Мое имя Виктор, и это декоративная мастерская «Скала. Магия природы и камни». Сегодня хочется представить вам, наконец-то, возрождение, так сказать, нашей очередной коллекции «Мешочки с Урала». Это авторские сувениры, аналогов которым, в принципе, нету. В данном случае идет классическая обработка, цветовая гамма под... В принципе, глиняный гончарный цвет, в основе идет коричневый. Естественно, добавляются краски для состаривания. И в то же время здесь, как исключение, добавлена бронзовая пудра. Смотрится вообще шикарно. Здесь вот, ну, типичный джунгутовый шнур, классика уже. И внутри уже самые разные природные камни. Все это собственные сборы, то есть с коллегами-геологами. Это мы искали еще в 2017 году и нашли. Перечислить все очень трудно. Ну, камни самые разные. Начиная от классики горного хрусталя, заканчивая южноуральским лунным камнем, раутопазы, агаты, хромдиопсиды и так далее, и так далее, и так далее. Аметисты, то есть, соответственно. Найти вы их сможете приобрести как в наших магазинах, то есть в онлайн-магазинах «Ярмарка мастеров», группы ВКонтакте, Инстаграм, так и в городе Челябинска. Магазин «Каменный цветок» «Арбат». То есть к Новому году они будут туда завезены, и вы сможете их, как говорится, осмотреть, пощупать, потрогать и приобрести соответственно. Средняя цена за такие сувениры от 400 рублей и более, в зависимости от габаритов, в зависимости от, так сказать, начинки, какие камни используются и так далее. В общем, всем рекомендую. Покупайте, приобретайте. Отличный подарок для родных и близких. Всем добра!